Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в меню у нас восточный суп кальбитан. Варится он из говяжьих ребрышек. Для того, чтобы сварить этот суп, нужно заранее сварить бульон. Но для этого нужно ребрышки замочить в холодной воде, чтобы вся кровь, которая есть в мясе, вышла, чтобы бульон был светлый, прозрачный. Вот. Если нет времени для того, чтобы вымочить, можно просто сварить тогда этот бульон и первый бульон слить, промыть хорошо эти ребрышки и на втором бульоне варить уже это блюдо. Бульон мы предварительно сварили, он получился вот такой прозрачный. Пленочку мы сняли с ребрышек, получились такие ребрышки аппетитные. Кипящий бульон мы закладываем лобу нарезанную, потому что главное в этом бульоне вкус овощей. Репчатый лук можно целиком. Чеснок. Бульон должен кипеть минут 15, чтобы овощи отдали все свои соки в бульон. Затем эти все овощи убираются, кроме лобы. И предварительно мы замочили крахмальную лапшу в теплой водичке. Овощи сварились. Можно их выловить и убрать. Бульон нужно посолить по вкусу, поперчить и добавить крахмальную лапшу. Лапша сварилась. Должно пройти минут 10, чтобы она была готова. Все, бульон готов. Кальбитан у нас готов. Выкладываем блюдо, присыпаем зеленым лучком. Подается этот суп с рисом и можно кимчи подать к этому блюду. Приятного аппетита!